У нас прошел месяц и 2 дня. Вот я хочу показать, как выглядит рубец. Вот он идет по изгибу завитка, потом идет за козелок, огибает мочку. Вот на висок он идет. Этим разрезом мы поднимаем височную область. И вот затылок. Вот. Только его видно в углублении ушной раковины. Он еще пока плотный. Но это все будет белеть и размягчаться. Когда мы делаем разрез за козелком, мы боимся, что потом толстый лоскут будет выворачивать козелок. Но вот здесь ямочка. Это я создала специально во время операции. Здесь фиксирующий шов, который не позволяет лоскуту переместиться в эту сторону. Этот шов рассосется, эта вмятина уйдет. Это такая профилактическая мера, чтобы козелок не поворачивался. Его не видно. Это очень важно, на мой взгляд. Это может быть даже важнее, чем если что-то будет подвисать после операции. Потому что рубцы, которые низко расположены, их уже не перешить. Потому что дефицит тканей. Чтобы качество жизни не портилось, и не надо было подгонять свою жизнь теперь под то, что надо все время прятать эти рубцы. 1 месяц прошел, это все еще побелее. Вот сзади не видно вообще. Потому что разрез точно в углублении ушной раковины. Видите, кто будет сзади сидеть, не будет видно. Я бы хотела бы себе, чтобы мне так сделали, чтобы когда я сидела бы как бы впереди от человека, он не мог рассмотреть эти уродующие рубцы. Светочка, спасибо вам. И вам спасибо огромное. Правда, меня сделали счастливее намного. Спасибо.